Торговля сельхозтоварами давно стала культурным массовым мероприятием. Ни одна не обходится без концерта. Горожане и продуктов купили, и настроение себе подняли. Ярмарка в Засвияжском районе прошла у торгового центра «Звезда». Территорию оградили от транспорта для комфортного пребывания жителей. Ярмарки — это является один из главных, наверное, инструментов на сегодняшний день, решающий вопрос регулирования цен в розничных торговых объектах, потому что мы сегодня задаем определенный тренд, когда реализуем товары по ценам на 10-15% ниже, чем такие же аналогичные товары реализуются в торговых сетях. Для аграриев и сельхозпроизводителей ярмарка – отличная возможность реализовать свой товар по доступным ценам. На прилавках у продавцов рыба, мясо, мед, сахар, овощи, а также многие бытовые принадлежности. Кроме этого, на ярмарке работала площадка по социальным вопросам и передвижной центр занятости населения, где можно было получить консультацию по актуальным вакансиям. Также волонтеры и социальные такси помогали инвалидам и пенсионерам в доставке товаров до дома. Это крайняя у нас ярмарка, не последняя, а крайняя. И принципиально важно понимать, что вот система, которая выстроена сегодня, она работает, она приносит пользу прежде всего населению. И когда получаешь обратную связь, в принципе, есть понятие удовлетворенности. Удовлетворенности тем, и мы видим сегодня, люди идут ранее пора. С раннего утра на местах и продавцы. Алексей Коновалов организовал свое производство 3 года назад. Он изготавливает молоко, сыры и полуфабрикаты. В производстве в первую очередь нацелен на качество. На ярмарках ездим не так часто, но постоянно. Стабильно зовут и в Ульяновск, и в район. Стараюсь посещать. Говорится, радует население нашей продукции, потому что продукция качественная, хорошая. И, говорится, даем гарантию за нее. За 2022 год в регионе было проведено более 20 подобных ярмарок. В следующем сезоне они продолжатся. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Ул, Правда, ТВ.